течение июля для поселковой ребятни сотрудниками Леневского дома культуры совместно с отрядом волонтеров культуры «Феникс» была организована череда массовых развлекательных мероприятий. На минувшей неделе в парке вновь было шумно и весело. Радугу искали и нашли радужное настроение. Приключение, одно не похожее на другое, детворе очень даже нравится. Постоянные обитатели Леневского парка культуры и отдыха уже оценили и прогулку по джунглям, и поиски жемчужного ожерелья, похищенного пиратами. Теперь и вовсе незаурядные обстоятельства. Дождь накануне был, а радуги не оказалось. На поиски отправились все вместе. Хорошая погода, солнышко светит. Не ходим шибко близко рядом с домиками, не ходим. Гуляем. Ой, какие молодцы! Дождь пошел, бегите домой! Ага, намочил вас дождик! С основной целью мероприятия – быть активными, позитивными и всегда-всегда улыбаться – дети пообещали справиться и сразу приступили к делу. Итак, итак, на какой же половинке будет больше шариков? Командные игры – это и весело, и интересно, и для здоровья полезно. А еще много навыков новых дети приобрели. Стали чуть более смелыми, общительными и дружными. Ничего себе у нас тут! Парни могут! А развлечения были организаторами подобраны и современные, как танцевальный батл, и старинные, исконно русские. Выстроившись парами в ручеек, дети научились играть в горилки. Оказывается, это забавно и несложно. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят. Раз, два, три, беги! От привычной статичности детям порой нелегко избавиться. Сидят неактивный, заставляют и не хочет. Но мамы с удовольствием используют любую возможность, чтобы детей расшевелить, приободрить и привлечь к подвижным развлечениям. Правильно, правильно. Все хорошо, молодцы, так и надо. Надо для детей хоть иногда какую-то разрядку устраивать. Нравится, все нравится, все хорошо. Каждый раз, когда видим где-то что-то, объявление, какое-то мероприятие, обязательно идем. Мы просто с ребенком пришли прогуляться по парку, а здесь такое шоу. Ну, ребенок с удовольствием побежал играть, ей очень интересно. Но я думаю, как бы и для общения это очень как бы полезно, чтобы ребенок больше раскрепостился в общении с другими ребятишками, участвовал во всяких мероприятиях, таких, чтобы не сковывался. В программе присутствовали и интеллектуальные викторины, и творческие задания. Дети увлеченно отгадывали загадки и с удовольствием рисовали мелом, разукрашивая мир вокруг себя радужными эмоциями и веселым настроением. А то, что вовлеченными в процесс оказались дети и подростки разных возрастов, немалый вклад волонтеров культуры из отряда «Феникс». Они ребята молодцы, они всегда откликаются, все, что нужно, прибегают, помогают. Ребята очень хорошо помогают. Какие-то организаторские вот эти вот моменты. И потом непосредственно в мероприятиях. Потихоньку пробуем, чтобы ребята сами вели мероприятия. Мы учимся в первой школе, и к нам на день танца пришла Валентина, и она предложила нам тоже стать волонтерами. И мы согласились, потому что, ну, радовать детей – это очень круто. Очень даже, наверное, хорошо, потому что, ну, им нравится. Радовать детей, а не так, что они просто будут как бы гулять, а мы им устраиваем праздники. Дети будут более развиваться из-за того, что проводим праздники. Добавляем что-то новое, что они еще не видели. Танцевально-оздоровительная зарядка красиво завершила праздник под названием «Радужная страна». Еще долго, уже по окончанию программы, ребятишки не хотели отпускать своих веселых старших наставников, одаривая их теплыми объятиями и улыбками. Быть ближе к детям, чтобы они к нам тянулись, чтобы их привлекать к нашим мероприятиям, потому что через игровые программы мы их привлекаем и к другим нашим мероприятиям, которые более, так скажем, поучительные, да, и скоро начнется школа,
и мы будем сотрудничать. В продолжении летних каникул в августе детей вновь ожидают игровые развлекательные программы. Важно следить за анонсом Леневского дома культуры в соцсетях и на афише в центре поселка. Мы находимся в ВКонтакте, Одноклассниках, у нас есть телеграм-канал, на официальном сайте Леневского дома культуры и на афишах рабочего поселка Ленева.